Ебись оно рот конем. 7 часов утра, ребята. Короче, 7 часов утра. Короче. Всем здравствуйте, с вами Гексоген. Я, блядь, сонный, как обычно. Так что-то я не понял. О, ох. Ох. Дыш. Стрим начинается с того, что Гексоген убивает пидора. Стрим начинается с того, что Гексоген убивает пидоров. Так, подожди, Белочка. То есть не стрим, а, блять, видео. Вот. Пидорас был убит. Пидорас был убит. Идем отмываться. Сейчас, господа, одну минуточку. В общем так, Белочка, придурок, проспал. Я проспал. Так. Ты что, звонил еще? Белочка проспал. Да не сегодня, а вчера. То есть, блядь, не проспал. Я не это хотел сказать. Пиздец ты конченый, реально. Стопа, ну. В смысле, стопа. Хест такой. Да, что он пишет? Короче, блядь, что я туплю нахуй? Ёб твою мать. Белочка, блядь. Вчера с 6 утра, рассказываю по счете, ребят, господа. На данный момент на гладиаторе 20 миллионов 398. Хуй знает, сколько мы набили. В итоге, вот. Серебряный слиток 66, 2 руды. Ну, хуйня, вот. На вашем экране все видно. Камень частоты 15, орехи 8. Ну, это самое нужное, да? Ничего такого, блядь, не выбивалось. Одна точка и все. Вот. Ну, короче, хуйня по факту. Хуй знает, сколько адены мы набили. Потому что Белочка, придурок, там все подсчеты тупо поломал. Вот. Ну, запомните, что на глади 20 лямов, 300, ну, 20-400. Ну, короче, на глади оставим мы. Столько, и уже завтра будет нормальный подсчет. Сейчас Белочка закупит все соски, хилки, камушки. Положит в ВХ. И все будет заебись, чтобы, ну, не было проблем. Это по дропу. По игре вкачали мы сегодня 18%, 35 миллипроцентов. Это с учетом того, что с... короче, со скольки до скольки у тебя не было инета? До хуя. Да? Ну, что-то такое, да. Долгое время Белочка был без интернета. Ну, половину своего прайма. Поэтому вот как-то так. Если бы у него был прайм нормальный, я думаю, 25% бы мы сегодня втопили. Я думаю, это сильно на 61 уровне. Вот. Продвижение движется, все заебись. По поводу стрима, ребят. Стрим будет завтра, как обычно, с 7 часов вечера. Прошу всех быть на 20.00, потому что Сережа завтра, может быть, будет разыгрывать какие-то денежки. Он попросил ему помочь. Нужно затроллить один паблик. Просто затроллить. Засрать в говно. Вот я хочу, чтобы завтра шершни мне помогли в этом. Вот. Поэтому никуда не пропадайте. Завтра в 8.00 я вас жду у себя на стриме. Блять, что я еще должен говорить в этих отчетах, Белочка? Что было сегодня? Посмотрите в прошлых трансляциях. Натали очень хотела трахаться. Мы трахались на стриме. Вот. Белочка, подтверди. Да. Мы трахались с Натали на стриме. Это и есть на Твиче, только все без вебки было. Вот, ну и без стона, ну то есть просто было. Ну вы поняли. Все было красиво на стриме. Так, Глад сегодня сколько раз умирал? Ну у меня он вроде один раз только от вара упал. Два. А? Два раза. То есть Глад падал два раза. Вот. Поэтому, ну, считайте, вот на минус 4 Белочка падал, да? Ну, процента 22 было бы на глади сейчас. Ну, я думаю, процентов 30 точно бы мы качнули. Итого, по подсчетам моим, я думаю, процентов 30 мы в день должны делать. Если хорошо топить, сильно топить. По приключениям гладиатора.
Сегодня были там регруппы пару раз на стриме. Ну, посмотрите повтор стрима. Соло ПВП было у меня так трошки тоже на стриме, гляните. Блять, и что еще я должен говорить? А хуй знает, белочка. Что надо говорить? Это отчет, ебать, фотоотчет. Короче. Шо? Ты же говори, слабый пень, и все. Хуйню несу? Слабый пень, говорится. В смысле, все что ли? Погоди, что-то не то. Ну сегодня мы не точились, ничего не делали. Блять, я хуй знает. Я еще введу рубрику, типа, спасибо за донаты, кто там донатил. Вот, ну кто-то сегодня донатил. Хуй знает. А, в конце стрима, кстати, ребят, был троллинг. Вот, можете посмотреть на повторе. Блять, я не знаю, что еще вам говорить. Просто белочка натупил с этими ресурсами. Поэтому, блять, капец. Ну вот, не смог я что дать. Ну, вы будете знать. На данный момент на гладиаторе уже почти 20%. Сейчас садится белочка и топит. Я... Ко мне сейчас приезжает Натали, вот через 3 минуты. Она уже в такси едет. Мы занимаемся секасом, потом едем на базар, покупаем еду. Ложимся спать, просыпаемся, готовим, кушаем, трахаемся опять. И у меня опять начинается прайм. И я начинаю стрим, как обычно. Все, завтра в 8:00 я вас всех жду. Глад и сила, все сосите, правильно? Слава Украине, да? Как там? Героям слава. Герой, то есть Глад и сила, да? Белочка сосичка. Что говорить? Что говорить, ну, белочка? Не, ну а что? А Гекс герой, да, ну тупо. Да, Гекс герой, тупо Гекс Хиро. И это тупо продвижение герой на Майдане. Поэтому, ребята, это самое. Блять. Ёбаный свет. Ладно, сейчас тушу музыку, все, тушу, тушу. Сейчас, слухай. Опа, а теперь нюхай. Шо за шо, шо за шо, ебать. Все, я отмыл тебя, то есть себя. Свитки надо агрейда купить, ну похуй. У тебя есть. А я только что пиканул пидораса. У тебя есть. И до этого. Да не, я уже все отмыл, блять. Походу Натали приехала. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Буду с каждой рубрикой все лучше и лучше улучшать. Пранки были, по-моему. Да, были. Сегодня были пранки, поэтому обязательно посмотрите повтор стрима. Блять, я не помню, но я что-то упустил важное. Вот реально что-то упустил. Не помню что. Пиздец. Ну, короче, всем до встречи в 19:00 с Гексогеном. На глади теперь белочка. Всем папа. В смысле, то есть не теперь. Подожди со своим сосите. Не теперь, я имею в виду, его время начинается, ну, вы поняли, да? То есть, Глад мой, ну, мой. Вы там не подумайте, типа. Да не надолго, не надолго. Все, белочка, говори, чтобы все сосали это. Да, сосешь. Все. Сосите, ребят. То есть, спасибо за просмотр, я имею в виду. Спасибо. Удачи. Ну, то есть, до встречи, до 19:00. Ну, блять, вы поняли, о чем я. Будем улучшать, я просто не знаю. Эту адену надо высчитывать и так далее. Ебись оно в рот! Вот это я лох! Просто шо? Выебите меня в очко! Шо? Я весь видос записывал на окне ППшки! Ебать! Ебать! И ПВП было, ёб твою мать! Ну, ща, погодите, ща. Вот так вот. Вот так вот. Сука, тупо просрал видос. Но я не буду переснимать. Похуй. Все, белочка, мне Натали уже пишет. Все, ребят, спасибо всем. Всем папа. Блять, сейчас окно надо открыть срочно. Натали ж приехала, тут воняет говном, блядь. Не зашла. Все, я побежал, а то пизда. Все, папа. Да.